и вот мы вышли. Парк такой аттракционов, развлечений, каруселек. Рядом Парк Победы. Мы там тоже сегодня думаем побывать. Ну, здесь пока вот вижу то же самое, что и везде. Разные карусели, качели. Так, вот здесь оказываются кинологи. Посмотрите, ой, какие хорошенькие. Есть испытания? Вот нет, Оля. Детвора радуется. А здесь показывает умение собаки. Я не с той стороны, конечно, встала. Вот так. Честь отдал ей, она сидит, лапки поджав. Все. Мы пришли в кафе, а здесь мясокомбинат. И организовали не только продажу шашлычков и прочей продукции, но вот у них свои артисты самодеятельности, не знаю, как уж это назвать, вот они выступают. Молодцы. Слышите, какие овации сорвала девушка? Да, топая помада, для счастья больше не надо. Молодцы. Это таланты, выступают просто таланты, которые есть у них на заводе, вернее, на мясокомбинате. Ну, немножко ошибаются, ничего. Они не профессионалы. Нет, ну вот как это называется? Поела шашлыков, но не могла себе отказать в удовольствии поесть кашу прямо из полевой кухни. Ммм, гречка с тушенкой, вы не представляете, что это такое. Это так вкусно. Вот, полевая кухня. Спасибо. Очень было вкусно. Спасибо большое, вкусно очень. Спасибо. Вот. Народу нет, смотрите. Кашка вкусненькая вообще. А здесь сборка-разборка автомата. Ну, сейчас я тоже попробую это сделать. Так. Туда, пальчик. Коля пробует пистолет разобрать. Давай, помнишь? Ну а здесь такая вот небольшая выставка оружия. Вот пистолет, пулемет. Ну, я не буду по всему проходить. Это понятно, что здесь. Нет, не удержалась. Не удержалась, чтобы не показать. Но это невозможно поднять, оно просто неподъемное совершенно. Я не знаю, бедные наши воины, тяжеленные. Ну а здесь праздник для детей, для мальчишек, девчонок, да и взрослые тоже не прочь полазить в этой всей технике. Как не подойти к оркестру? Только
только хотела отойти, но тут заиграли Катюшу, все поют. Люди подхватывают, слышно. Готовятся артисты или уже выступили, не знаю. Я не представляю, как можно по жаре так работать в костюме, в краске, еще и не двигаться. Не знаю. Денежку положили, человек ожил. Оркестр саксофонов пел саксо. Очереди перед выступлением.